стеночки садимся. Здесь тоже очень много связок, которые соединяют. У нас же все мышцы, которые здесь, они соединяются вот здесь, то есть к верхней косточке. Ну, там что-то к нижней косточке, что-то к верхней. То есть весь этот сустав. Те мышцы, которые у нас сверху, они идут, вот этот коленный сустав. Почему он у нас такой довольно-таки, с одной стороны, и слабый, но и крепкий. Там очень много связок между собой, которые и прямые, и косые, ну, перекрещенные. Поэтому в разных положениях у нас, в принципе, почему коленки тянутся. Давай с вами сама. Полина, что у тебя с носочком? Носки не хватит. А кто попку поднял? Поп не поднимать не надо, вот лучше свои коленки. Вот. Все. Соня, я бы тебе рекомендовала коленки-то до конца выпрямить, а не через раз. Полин, поп не поднимай. К стеночке садимся. Здесь болел, а там вот это тянет. Да, потому что здесь тоже очень много связок, которые соединяют. У нас же все мышцы, которые здесь, они соединяются вот здесь, то есть к верхней косточке. Ну, там что-то к нижней косточке, что-то к верхней, то есть весь этот сустав. Те мышцы, которые у нас сверху, они идут, вот этот коленный сустав. Почему он у нас такой довольно-таки, с одной стороны, и слабый, но и крепкий. Там очень много связок между собой, которые и прямые, и косые, ну, перекрещенные. Поэтому в разных положениях у нас, в принципе, почему коленки тянутся. Давай с вами сама. Ой, ничего себе, собралась тебе поставить целый час. Нечаянно пальцем. Тыкнула не туда. Тогда выйти целый час. Конечно, целый час еще. Полина, что у тебя с носочком? Носки не хватит. А кто попку поднял? Поп не поднимать не надо, вот лучше свои коленки. Вот. Все. Соня, я бы тебе рекомендовала коленки-то до конца выпрямить, а не через раз. Полин, поп не поднимай. Шапогат? У Ани шапогат? Шапогат. Шипогат. Шапогат. Шапогат, шипогат и шпагат у тебя? Шапогат, шапогат и шпагат. Шопогат. А, еще шопогат. Нет, у меня нет шапогата. А еще шопогат. Шопогат. Шопогат.